У меня батарея, я заряжал здесь, с самодельным аккумулятором. У меня скоро кончится. А если на 14 канале попробуем? Про это я рассказывать не буду. Не надо. Ребят, как скажете? Давай, брат, ебанина. Ребят, всех россиян. Конечно, нужно. Всех собр, которые поставили. Все, успокоились. Поставили, испугал, раненых забирали, вот тут у нас лежал. У него рука вот здесь застряла. Бедра перебила. Печка пробила. Я устал, хотел вытащить. У него рука, руки заклинила здесь, между лицом и крестом. Я их хотел достать. Ничего не получилось, только руку сует, по мне снайпер работает. Все, земель, иди выйди, земель. Брат, иди сюда. Хотел вытащить его, чтобы затащить, чтобы командира достать. Да нахуя мне вообще не дало. Снайпер бьет ему, он лежит. Головой вниз. Рука здесь, правый ему. Я хочу вытащить. А он бьет по нему, снайпер. Пусть послушает. Рассказывай, что там делать, хоть деньги получаете. 54 тысячи в сутки мы ездим сюда. Вот, посмотри, командира, кровь на мне. На всех кровь. Самообидчивая кровь своих товарищей. Мы их вытащить не могли первый раз. Мы стоим, подмоги нету. Мы втроем остались, у нас порошку осталось. Никакой поддержки, ничего. Час просили поддержку. Когда? Где это слыхано? Погода очень хорошая. Подмоги никакой вообще. Стояли, отстреливали. Бесполезно было стрелять. Не видно откуда. Пулеметы заклинили все. Снайпера лупят. Там страшная вещь вообще. Командира потеряли. Такого маразма в жизни не должно быть никогда. Как нас подставляют. Сильно подставили, очень. 100%. Там нечего. И на глазах ребят подожгли, и мы им помочь не можем ничем. Хорош, мужики. Пускай говорят, ты все равно когда, блядь. Это наш, зачем, блядь? Это правда, зачем правда? Это правда, троем это правда. Хорош, блядь. Это наша кассета, блядь, Семель отдает ее, блядь. Охраняли командира. Не уехали бы. Кто это, кто? Мы поехали за командиром, сам еще обидно, блядь. Там море убитых, собственно. Ребята молодые, там куча, по пять. Лежат, а мы сделать по 10, ничего не можем. По пять, по три. Мы коробкой... лежат, ребята молодые, коробки горят нам. Мы коробкой прорвались, сделать ничего не можем. Командиром. Ты понимаешь, мы подъехали, они лежат с левой стороны, блядь. Мы их взять не можем. Не буду. Ладно, все, хватит. Взяли командира, затащили. Совершали, отходить. Отходить. Не такой глупость мы не совершали. Мы своих доставали. Стали уходить, и Серегу завалили. Дружок, пускай скажет, потом мы вам покажем там, блядь, пидорасам некоторым. Это куча ребят, славян, Тебе мужиков, блядь, ёпта. Спасибо, ребята. Спасибо, пожалуйста. Ребят, сними, ребят, пожалуйста. Мы сейчас мужиков подождем. Давай, получше. У нас все, давай. Там хлеб есть, достаньте хлеб, ребят. Сейчас достань. Тут с утра не ешь. Вот смотри, сними вот этот вот пакет в крови наших ребят. И вот тот сними тоже. Вот он. Вот он. Тут не видно, там тут все в крови. Это кровь. Вот она кровь на мне. Командира кровь.
Это не только командир, там и ребят наших как вытаскивали. Всех ребят там кроме. Кого вытаскивали? Кого смогли вытащить? Дайте спичку. Наш, бьем. Эти шакалы только наживаются. Товарищ Хохлачев, спасибо нам. Да. Товарищ Мерседес, большой. Ну что, на Мартин, блядь. Пускай не сливает дальше, нахуй. Шакал. Да, хлеб кому. Пусть ректует, да. И пусть по центральному телевидению покажут это. Да, ребят, если скажут, то раз хотел. Потом, блядь, покажут. Снимай, пожалуйста. Пусть покажут. Пусть знают, что они говорят. Мы даже не можем выехать дальше, помочь ребятам. Пиздец, Бетер, все нахуй. Я видел, не идет мест, нам. Вот, своими глазами. Все, не идет, вы все видели. С вами весь дырка, все пробито нам. Невозможно выехать на этом бетере, но не мы. Да ладно, мы долго не проедем. Снимай. Хорош, перестань. Снимай. Давай, пускай. А что? В Липецке покажем, Миша, блядь. Да я вам по центральному покажу, ребят. Вот у нас будет что, блядь. Смотри, вот не пробоина. Мы стояли час под обстрелом снайперов. Вот они, смотри. Все. Цепечку покажи ему. Мы все когда еле успел ноги убрать. С той стороны печка стоит. Еле ноги успел убрать. Да он хотел вытащить раненого, блядь. Засадили, блядь. Мы потом закипели, пар пошел. А эти покажи. Взять не могли никого. Пулю покажи. И вылезти не мог. А на той стороны, Она с той стороны, Серега. Пойдем с той стороны, печку покажу. Пойдем. Если я показал. Пойдем, Миша. Мы стояли. Слышишь, стояли мы втроем под обстрелом. Впереди метров 50, метров 50-80 от нас стояла БРДМ. Ее из граника грохнули. И вот, впереди смотри. Еще, впереди ее вот, стоял покажи. БТР, ее тоже. А это мы когда Николаева забрали, стали отходить, по нам граник суданул впереди. Вот. Если бы чуть-чуть вперед, и нам бы крыша была, всем бы. Крыша вот была бы оставалась. Всем бы до того. Если бы Серега 13 человек. Наш водитель, да. Если бы он бы не принял решение отходить, нам было бы еще три трупа. Вот. Первый. Ну, может быть, я первый, он второй. Серега, третий. Первый, второй, слышь? Ну, мы трое. Мы трое оставались, мы час простояли. Ты понимаешь, с одним боекомплектом. Без единого патрона. Вот. Я нашел последний БК у себя. Вот, мы на троих поделили его и ждали. Ну и по гранате приготовили для себя. Мы сдаваться не хотели. Вот. Но мы ждали каждую секунду. Либо мухой ебанет. Извини, я по-русски говорю. Либо там шмелем нас поджали. Я не знаю, что. Шмелем но... поджарили. Ну, для нас уготовлено. Да. Что-то было. БРДМ, который хороший. Стоял от нас в 50-70 метрах от нас. И БТР, после того, еще БТР впереди стоял. После того, как ее сожгли, наш БТРщик... И мы пришли Николаева доставать. Я вот. Объяснил, да, я там был. Она догорала. Мы доставать Николаева, поедем туда. Мост приехали, мост очень маленький был. Я вот видел маленького, что ехали. Да метра четыре. Метра четыре. Шириной. Может, максимум. Куда БТР, нахуй, вот. Да нет, я доставать, да, поехал туда, нахуй, лежат ребята, нахуй, убитые, нахуй, куча. Я теперь не понял, почему они стреляют, нахуй. Лежат. Ну, человек по 7, по 10, вот тут куча нас. И не стреляют нам. Почему не стреляют? Я думаю, что не, вообще бы нагрели нам. Мы там огонь ведем нам. Подъезжаем ближе. Они лежат все я мертвые. Я же понял, они мертвы лежат. Все мертвы, все собрался нам. Как человек 20. Тупом 7, где там больше, а тупом 7, тут 20 нам. Потом едем дальше едем. Туда обратно лежат. Приезжаем этих трупов нам. Лежит.